Журавли, дятлы, гуси, орланы, бобры, пауки, муравьи и даже летучие мыши. О ком и о чем мы только не рассказывали за 3 года существования заметок натуралиста. Пришло время рассказать немного о нас самих. Даже в детстве, друзья мои, я не была тем ребенком, который лазил по деревьям. Сейчас в свои-то годы мы с Сережей сидим на дереве. За 3 сезона у заметок сформировалась отличная команда, и это не только автор, оператор и монтажер. Абсолютно точно к команде заметок натуралиста можно отнести сотрудников Национального парка «Русский Север» и Дарвинского заповедника. Дорогие телезрители, вы понимаете, что вот эти замечательные люди, они делают ту работу, которую, в принципе, никто особо не хочет делать. Вот. И мне очень приятно, что они составляют мне компанию в изучении и исследовании редких видов хищных птиц. И самое главное, ими восхищаюсь, потому что, несмотря на то, что Вера сегодня упала в болоте, провалилась, очерпала сапог, она сказала: нет, мы пойдем дальше к гнезду. Выпуск о команде заметок натуралиста, разумеется, не обойдется без таких вот курьезов и жизни за кадром. Мы ведем бой стенка на стенку. Канал 12 против Дарвинского заповедника. Эфир выпуска про дружную команду заметок станет финалом сезона. Он намечен на 17 декабря. Смотрите в эфире в обычное время 20:15. А в следующий вторник, 10 декабря, на связь со зрителем выйдет сама природа. Без комментариев, без авторов, без посредников. Больше 50 выпусков за 3 сезона, и у команды заметок еще остались силы. Авторы уже готовятся к новому сезону. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Мирослав Бабушкин, Оксана Демина. Новости.